Большая оранжерея на маленькой лоджии. Жительница дома номер 36 по улице Рубежной Валентина Кононова стала очередной претенденткой на победу в конкурсе «Цветущий Выборг». По словам выборжанки, любовь к растениям у нее с детства. Сегодня она отдает предпочтение тем, что не только радует глаз, но и обладают лечебными свойствами. Поэтому в большом количестве Валентина Григорьевна разводит пеларгонию. Прихожу утром, если что-то я плохо спала или что, я прихожу, и у меня все настроение поднимается, и все плохое уходит. Поэтому я не знаю, цветы, вот как говорят, дети – цветы жизни, а я говорю, цветы – это дети. Их надо любить, их надо уважать, их надо поливать и ухаживать. И они этим же платят хозяину. А эта участница нашего конкурса из дома номер 37 на проспекте Победы на протяжении 10 лет выращивает цветы во дворе. Людмила Миняева и ее супруг уже тогда начали облагораживать придомовую территорию. Цветы привозили из разных мест. Из Вологодской привезли сюда цветы, из Тверской привезли. Сначала ромашечки, ну кто что покупала, что давали люди. Ребятишечки помогают и поливать даже. Сегодня в палисаднике произрастают астель, бахоста, барбарис, лилии, кустарник лох серебристый и различные полевые цветы. Причем останавливаться на достигнутом Миняевы не намерены. А мы, в свою очередь, ждем новых заявок на участие в конкурсе «Цветущий Выборг». Звоните по телефону 263-47.